городок Нужвиль, царство высоких нанотехнологий. Пчелы, пчелы. И вместо природы кругом искусственный интеллект. Привет, Тед. Привет, Одри. Идем, кое-что покажу. Ух ты, сахарная вата. Деревья настоящие. Раньше они у нас повсюду росли. Ну да. Я выполню любое желание того, кто покажет мне настоящее живое дерево. От создателей фильма «Гадкий я». Вот это да! Эйнштейны, зачем пожаловали? Выяснить, что он задумал. Деревья? Тоже мне юный натуралист. Я думал, до них никому нет дела. А вот и нет. Мне до них дело есть. Все началось много лет назад, когда я случайно вызвал загадочное существо, древнее как сам мир. Его звали Лоракс. Эй! Дерево ты срубил? Что это там? Стой! Во всем виноват он. Весной тебе придется изменить мир. Я тебя не подведу. Да, не судьба. Приготовьтесь к приключениям. Чудесный городок, Тед, разве нет? Я не представляю, зачем тебе уходить из такого славного города еще раз. Измените мир. Если каждый, как ты, не услышит сердце совет, разве сможем мы сделать мир лучше? О, нет. Последнее трюфельное семечко. Это необычное семечко, а ты необычный юноша. Впервые и только для вас Дэнни Де Вито заговорил по-русски. Полный вперед, Дэнни! Вау! За это я тебя поцелую, Тед! Нам надо бежать! Сегодня я совершенно свободен. Лоракс. Откуда взялась эта мохнатая фрикаделька? Это я, фрикаделька? А ну, пойдем, видим. Стой! Ты что, ударишь даму? Она дама?